Всем здравствуйте. У нас борьба с одуванчиком продолжается. У нас не только борьба с одуванчиком, у нас тут YouTube прислал, что у нас нигде, ну, просмотров-то нету, потому что YouTube нас не показывает, потому что я не выкладываю свои истории. А я селфи терпеть не могу эти. Ну вот, выложила там историю. Теперь с историей будешь? Да, говорит, для этих русских пока не напишешь, не объяснишь. Думаем, что у нас маленькие просмотры, никому сами мы не... догадаются. Да, или... мы никому не интересны. А они прислали письмо, что они приостановили наше продвижение. Вот потому так. Что у нас нету истории. Да, не двигаемся на месте. Не двигаемся на месте, а я себя не выкладываю. Ну да. Именно селфи надо выкладывать. Вот, господи, все что-то новое. Не дают состариться, приходится мозгами все время шевелить. Все что-то новенькое тут. Не говори. А Юра мне тут болит, ходит, пока я селфи загружала свою. Но. А я их терпеть не могу, эти селфи. А у нас что новенького? Яблоньки цветут. Вон какие. Вот. А еще продвижение канала может быть приостановлено из-за того, что выкладываются у меня лично не свои, бывает шорты я выкладываю не свои, там поздравительные бывает. Иногда мне нравится, вот груши наши цветут, и я их выкладываю. Ну а YouTube это не нравится, надо свое. Свое дерзать, выкладывать красоту вот такую, снимать и выкладывать самой. Вот. Так что из-за этого еще может быть. Ну, не знаю. Сейчас я выложила свои такие груши цветут так. А прямо вообще в восторге. Вот я тут поснималась маленько селфи, который терпеть не могу сниматься в селфи. Рот кривой, нос кривой. В общем, ужас какой-то. Когда снимаю... Вот селфи себя смотреть вообще не могу. У нас тюльпанчики тут разные цветут. Красота. Нарцисс такой красивый зацвел. Трава полезла, надо полоть. Выпала здесь трава. Я боялась трогать тут, потому что вылазят все новые тюльпанчики. Думаю, кого-нибудь спалю тут. Теперь вылезем, можно прополоть. Эту грядку уже, вон, сток уже выкопали, пересадила. Юра мне помогал вчера ирисы отсюда убрать. Ну и вот все остались. Не знаю, собираются они цвести или не собираются. Лилии тут будут цвести, сейчас их пересажу. А вот будут ли цвести. Нарцисс вот здесь один вот уже отцвел. А новых я почему-то не вижу. Почему они не цветут, тут я не поняла. В прошлом году тут все стояло. Просто все в цвету было. И часть я высадила, отсюда уже выкопала, которые цвели. И тюльпаны. Вот эти вот нарциссы вот собираются цвести. Это простые. Простые, не какие-то сортовые. Они в полях растут. Там в Кемеровской области Юра меня их накапывал когда-то. Вот, обыкновенные, простые, но очень красивые. Вон один цветет, я сейчас покажу. Сейчас вот перейдем, вот он, а вот он простой. Вот сейчас поднимем вот так вот. Вот он такой. Он уже отцветает, а так он очень красивый. Открыли виноград, уже подвязывать буду. Юрочка с шустяпкой бегает. Вот там уже почечки такие зеленые начинаются. Ну, еще время есть, в принципе. Можно чуть попозже их подвязать. Но все равно. Уже можно потихоньку начинать, когда время. Типа отдыха. От тяжелого физического труда к легкому. Клубничка зацвела, вон, ремонтантная. Ну, да. Цветет уже. Угу. У нас обычно груши вот эти цветут где-то в середине мая. Но не вот так, как сейчас. То есть часа 10, даже на 9 мая. Кузенька там воюет у себя. Не нравится ему, он любит, чтобы ему на свободу попугаю. Не знаю, показывает. Мне вот его не видно даже.
где он там сидит. Отсвечивает экран, ничего не вижу. Вчера высадили томаты. Тут они под тканью. Такие толстенькие, хорошие. Но тут немножко жарковато. Надо будет им еще. Я им тут вот дырочку такую открыла. Надо будет им еще открыть. А те вот, которые хотела выбросить и натыкала. Но они, конечно, такие несчастные. Я вчера их не открывала. То ли им жарко было, то ли им холодно. Сегодня последний раз у нас было плюс 5 ночью. А дальше все равно будет тепло. Ну, этот вот накрытый. Вот так, наверное, тоже приоткрою. Мне кажется, им там жарко. Боюсь, что сгорят без ткани. А тут уже перчики. Ну, это которые вот рано я садила, домашние которые. Их 3 штучки, но их очень томаты глушили. Томаты, вон, как я подставила палочки, потому что они очень громадные. Они уже, вот я их сейчас вот посадила, сантиметров по 70 уже, наверное, высотой. Самые высокие я высадила вчера. И вот еще остались. Вон какие ножки у них громадные, толстые прямо. Прямо палка такая. А вот которые в стаканчиках стояли. Вот они тоже их сюда. Попозже которые. Видите, какие разница. Вот. Вот томат. И вот рядом. Какие маленькие, какие-то громадные. Вот их надо срочно сегодня все пересадить. Потому что они перцы глушат. Перцы плохо растут из-за них. Они тут все позакрывали. Ну и там баклажанчики уже и завязываются. И вон баклажаны, сейчас покажу. Вон баклажаны уже висят. Вон они, баклажанчики уже висят. Я почему-то считала, что у меня белого нету. Вот это я буду рассаживать. Это тут густо, потому что это все буду... У меня тут штук 5 баклажанов пойдет на улицу. Вот. Это вот, который в большом был стаканчики, вон он, в литровом, он какой громадный. И в маленьком стаканчике, вот разница. Поэтому надо, чтобы посуда была большая, тогда и хороший сразу рассада. А когда в маленьких держим, это так, для непонятно для чего. Я в этом году тоже в маленьких держала. Обычно всегда пересаживаю, а тут что-то не стало. Огоньки зацвели. А это наши, уже показываю их постоянно, я их очень люблю. Ветер поднялся, вот здесь примула нормально, а вот это у меня единственный кустик сохранился вот здесь. А на той клумбе вымерз весь. Ну, горит свет, у нас его много, там лилейник тоже выходит. Ну вот красота. Юра с одуванчиком борется. Юра воюет с одуванчиком. Борьба с переменным успехом. То они нас, то я их. А моральник все. Первый год такой, что он не свел. Уже отцветает вот там лист. Цветочки последние. Вон они. На солнышко, конечно, они не очень яркие смотрятся. Так-то они. Но они уже выцветают. Вот такие цветочки у него. Хоть полюбовались, хоть не внизу были. Вот этот, может, получше видно. У него там полосочки такие синенькие внутри. Но тут вот как-то они не очень выражены, может, потому что тут в тенечке. Не очень видно. Уже все, он отцветает. Вот упал цветочек его. Уже все отходит. Птички поют. Подвязывать будешь? Да прямо их делаем, и короб, если что, будем. Ну мы так вот делать, короб надо менять. Да, не, короб в этом году обязательно надо менять, потому что он уже все разваливается. Поменяем. Надо сначала их отодвинуть. Чем приколотый, до сих пор он у меня приколотый.
досочки вот такие надо. Все, теперь можно будет убирать. Ну, в тележку надо здесь соберем. Угу. И до осени. Точно Гоша орет, по-моему. Ну да, да, он нас слышит. Нас слышит и орет. Или на улице. Кто-то. Или на улице тоже там кошка какая-то орала. Вот какие они, хорошие. Так подвяжем их, пусть они. Это хороший, по-моему, виноград у нас. Это Алёшенькин. Да. А тут у нас закрытый пусть будет пока это. Может меньше сынок должен забрать. Давай, пробегу. Я ножицы туда тоже сунула. Вот они. Засунула ножицы. Проходи, проходи. Опять птички поют. Вот он виноградик наш. Почкин дает. Ну, я думаю, может, все-таки. Ой, где-то там поет. Где-то там поет. Кто-то поет. Да? Кто-то поет, да. Против солнышка. Так. Вот так вот. О. Всем до свидания. До скорых встреч!